Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь приветствую вас на своем канале, канале о вязании и не только. Зовут меня Ирина Маркелова, и канал мой называется Ирина Маркелова. А это видео, которое относится к совместному проекту, название которого «Свяжи себе праздник». И вы знаете, что я себе вяжу Хейвард на мой праздник. Значит, я сейчас ставлю кусочек видео, который я сняла, этот Хейвард на манекене, да? И после этого мы с вами продолжим. Ну что, вот так вот выглядит мой Хейвард на 11 часов. 6 число у нас сегодня, по-моему, да? Я уже в днях попуталась. Вот такая замечательная горловинка. Очень мне нравится. Хорошо, что я не стала вязать дальше. И получается, вот сделала, видите, как симпатично. Ну, по крайней мере, мне очень нравится носить мне, поэтому я думаю, что вы со мной согласитесь, что это очень симпатично. Также мне нравится полый шнур, который я сделала вот в этом месте. Мне кажется, что как раз он здесь в пору тоже имеет такой вид завершенности, да? Как будто бы вязали снизу вверх и просто закрыли, да? Вот так выглядит реглан. Цвет, конечно, не передает тот, который есть естественный на сегодняшний день. Я сейчас вам расскажу, покажу, а потом мы перейдем к столу, и я сделаю все замеры. Ну, вот так вот выглядит регланная линия. И если судить по этому манекену, то я уже довольно-таки прилично провязала. Я знаю, что я вчера мерила вечером, было 30 сантиметров. Ну, а сейчас я думаю, что около 35 сантиметров реглан. Можно посчитать по раппортам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 раппортов я провязала. Реглана. Что хочу сказать, вы можете, конечно, ориентироваться по моим меркам, да, и моим расчетам, но, возможно, у вас плотность вязания совершенно другая, и у вас как бы будет совсем по-другому в сантиметрах реглан. Поэтому плюс-минус, да, я допускаю. Я вяжу довольно-таки слабо, если вы обратили внимание, да? При всем при том, что я вяжу на троечке, но я вяжу слабо, поэтому у меня такая, ну, скажем, полудырявчатая лицевая гладь. Вот так выглядит мой реглан на сегодняшний день. Здесь надо чуть-чуть по... распределить по-другому. Вот, росток я еще не вязала. Сейчас я вам расскажу, как я буду вязать росток. Все это я буду уже непосредственно показывать на столе. Ну, в общем-то, все очень, все мне нравится. Я рада, что я именно выбрала эту модель. И как я уже говорила, испытываю истинное удовольствие от вязания. Ну что, я, конечно, не могу продемонстрировать Хейвард во всей красе на столе, да? Ну, просто-напросто камера не схватит. Но зато здесь вы можете увидеть цвет. Камера передает более-менее такой, какой он есть на самом деле.
Значит, я уже вам сказала, что мне очень все нравится и вяжу я с удовольствием. Вчера вообще практически не вязала, не было у меня возможности. Кто смотрит мои влоги, тот знает почему. Вот. А сегодня с утра я немножко повязала. А немножко это я провязала почти 3 раппорта. На вчерашний вечер реглан мой составлял 30 сантиметров. Сегодня мы посмотрим, сколько он у нас будет составлять. Так, мой реглан сейчас составляет 33 сантиметра. Да, 33 сантиметра. Значит, хочу сказать, что это, наверное, маловат еще реглан, но я сейчас прикину. Померяю, я, в общем-то, только вот перекинула все на спицы и обмера еще никакие не делала. То есть получается у меня 63 сантиметра, даже 64 сантиметра по груди. Вот, в принципе, можно заканчивать уже вязать, если по обмерам, но в связи с тем, что нам же нужно, чтобы было пошире, я еще провяжу пару раппортов. То есть мой раппорт составляет, сейчас я скажу, сколько сантиметров. Мой раппорт составляет 2 сантиметра. Если я еще провяжу 2 раппорта, то у меня получается будет 37 сантиметров мой реглан. Но для тех, кто уже связал, я хочу сказать, рассказать просто-напросто, чтобы вы могли уже продолжить дальше вязать. Как такой попетельный мастер-класс вывязывания ростка не будет. Я просто его расскажу. Вернее, расскажу вам, как его вязать, и я думаю, что вы самостоятельно это сделаете. В данном случае я буду вязать азиатский росток, и у меня спрашивали, как вы вяжете азиатский росток. Так вот, вяжется этот азиатский росток поворотными рядами. Значит, если вы дама не курпулентная, то вам достаточно 5 сантиметров ростка. Если вы корпулентная дама или у вас такая красивая грудь, да, то вам нужно росток вязать не менее 7 сантиметров. Вот. Поворотные ряды вяжутся, я думаю, вы знаете все. Вот я сделала распределение вот таким вот образом. У меня будет, значит, половинка отдана рукаву, а половинка отдана переду от регланной линии. Вот, в дальнейшем, после того, как я вывяжу росток, я все это соединю и буду продолжать вязать по боку, да, этот же реглан. Вот у меня, допустим, рукав, да. Сейчас у меня отданы по половинке на рукав и на перед. А когда я в дальнейшем соединю, у меня так же само будет продолжаться вязать по боку вот такой же узорчик. То есть он половинка отсюда и половинка оттуда как раз будет раппорт моего вот такого узора. Вот, я тоже как бы обдумывала, каким образом продолжить вязание дальше, поэтому решила сделать вот так. Значит, росток нужно тоже вязать таким образом, чтобы
У вас по спинке как бы шло продолжение вашего узора. Поэтому, значит, нужно, ну, по крайней мере, я в своем случае буду вывязывать 3 раппорта в высоту. То есть я буду вязать вот эту половинку. Все то же самое, только будет половинка. Я думаю, с этим у вас проблем не будет, если вы уже связали вот этот узор. То есть единственная загвоздка в том, что здесь вот обвивается, но обвивать можно одну петлю, а не две. И все. Вот. Так что я думаю, что вы свяжете это все самостоятельно, и у вас все получится. После вывязывания ростка, значит, я переброшу все петли на бросовую нить, петли рукава. Конечно, в дальнейшем я это все покажу, как я это буду делать. Ну, я имею в виду, когда уже переброшу все, я просто вам покажу, как это будет выглядеть. И ну, в моем случае я, как уже сказала, буду вязать лицевыми рядами, по лицевой части лицевыми рядами, по изнаночной изнаночными рядами. Ну, в общем-то, я думаю, что это все, что я хотела вам рассказать на сегодняшний день, показать свои продвижения. И, ну, я думаю, те, кто ожидает дальнейшего продвижения по этому Хейварду, наблюдает, так сказать. Возможно, вы сейчас уже вдохновитесь и начнете вязать его. Ну, в общем, решать в любом случае вам. Я уже сказала, что мне доставляет прям, я не знаю, такое удовольствие вязать его, потому что, ну, как говорится, сошлись звезды и в цвете, и в узоре, и в выборе самого изделия. Так что я вам всем желаю легких петелек и хорошего настроения, когда вы будете вязать этот Хейвард. И надеюсь, что у вас все получится точно так же, как у меня. А я с вами пока прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.